Для чего разноцветная груда красивых цветов, одиноко лежащих в пыли на кладбищенском поле? Выражают цветы радость, дружбу, любовь. Но зачем же они там, где царствуют слезы и горе? Поздно гробу нести дорогие цветы. Поздно гладить уже неподвижные руки и к холодным губам поцелуй принести. Очень поздно, поймите же, люди, очень поздно, поймите же, люди. Для чего раскаяние, слеза на холодной плите? Не согреют слова запоздалой молитвы прощения. Оборвется нежданно стремление к заветной мечте. И никак невозможно вернуть и исправить мгновенье. Поздно гробу нести дорогие цветы. Поздно гладить уже неподвижные руки и к холодным губам поцелуй принести. Очень поздно, поймите же, люди, очень поздно. Осознав бесполезность красивых прощальных цветов, одиноко лежащих в пыли на кладбищенском поле, подарите родным и любимым при жизни любовь и цените друг друга в земной быстротечной доли. Поздно гробу нести дорогие цветы. Поздно гладить уже неподвижные руки и к холодным губам поцелуй принести. Очень поздно, поймите же, люди, очень поздно, поймите же, люди. Очень поздно.